Я на этой студии, ну, лет 25 точно работаю. Это когда вот она открылась? Так и есть, где-то вот 25 недавно справляли, помните, да, тогда? Да, 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 да. Значит, больше уже? Больше уже, значит, где-то 26-27. Я тут что-то мне надо было взять, ну, кино, которое я дублировал, и я у девчонок просил, дайте мне, Леша, 5 листов, вот таким мелким почерком, убористым. Столько я сдублировал за это время. Это перечень? Это перечень только, да. Там, что? Наверное, штук, ну, 200 с лишним фильмов. Мне кажется, больше. Если не больше. Кажется, это больше. Я так беру. А, давайте, чтобы подстроиться, мы попишем те реплики, которые вот переписывается текст. Может быть, перед следующей фразой, вот после моей записанной, можешь послушать, если там есть пауска, я там могу что-нибудь хорошее, типа... Пешка, а первую часть фразы оставляем? У тебя есть еще последний шанс. Или все перепишем? Ты видишь там что-то не потому, что там что-то есть, а потому что начал сходить с ума. Давай. Ну как вы? И вот до следующей фразки я поживу. Да. Я тоже за него волнуюсь. То есть неправильно. Приберем, да? Да. То есть он вначале, ты видишь там... Начинает сейчас в середине. А может быть его сделают чуть в конце и сразу... Вниз. Давай попробуем. Ты видишь там что-то не потому, что там что-то есть, а потому что начинаешь сходить с ума! Тут сейчас перебор. Леш, да? Вот вдохнул. Я бы... Могу здесь, да, вдохнуть, да, и выдохнуть еще. И пошел. Да, сделаем. Давайте. Леша, вот так лучше, тебе кажется? Да, вначале прям идеально, а потом как раз вот к самому почти финалу вот этой фразы нужно как раз вот, может быть, и выйти, да. Попробуем. Макс, вот это неправильно. Ты видишь там что-то не потому, что там что-то есть, а потому что уже начинаешь сходить с ума. Очень хорошо говорят. Очень хорошо. Перед передником обязательно фразу. А, перед передником, на. Да. Да. И на него... Вот деньги дает ей и сквозь зубы. Да, давай, да, да. Ага, на, на. На. На все, да? Нет? На. Да. На. И купи себе новый передник. Детектив Фламберг, надо было догадаться. Ну, конечно, детектив Фламберг, надо было догадаться. Полиция Лос-Анджелеса, сэр, поднимите руки! Сэр, поднимите руки, медленно повернитесь ко мне! Говорят хорошо. Послушай, ты! Я ведь все равно все узнаю. Так что в твоих же интересах. Можно голоса немножко дожидать, да? Откуда татуировка, ну? А еще давай вариантик. Я знаю, еще не успею, я не выйду через тобой больше. Еще разок. А, есть уже? Ага. Эй, да, это как-то... И еще дублик. И после этого схватка как-то логичненько прошла. Та-д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 а-